В наличии кайфовые переходники под коронки, под алмазное сверление. Идут они Diamond Heat с микроударом. Коронки они идут разного диаметра, от 32 до 127 диаметра. И также они идут разные по длинам. Есть длина 300 мм, 450, 600 мм, 900 мм. Также есть удлинители. Удлинители есть металлические и алюминиевые. Отличие металлического, он в 3 раза тяжелее от алюминиевого. Алюминиевым намного легче работать. И самое главное, это системы пылеудаления. Они есть под резьбу 1-2, М16, М18. Можно взять, например, один из переходников пылеудаления, саму систему, и взять переходничок. То есть вы взяли М18, переходник на 1-2. То есть вы, например, там на первое время взяли дрель под 1-2, а потом уже непосредственно взяли там более фирменную под какой вам надо диаметр. По интересующим вопросам звоните, пишите.